введении общества «Динамо» более 200 спортивных объектов, где работают бесплатно около 1000 спортивных секций и детско-юношеских спортшкол. На протяжении всей истории общество считало приоритетом неразрывную связь с органами безопасности и правопорядка. Всегда активно пропагандировало здоровый образ жизни. История «Динамо» – это история славных спортивных побед, удивительных судей спортсменов и тренеров. Ветеранов общества наградили нагрудными знаками. Юбилейной медалью 90 лет Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» наградили главу города-курорта Анапа Сергея Сергеева. «Динамо» для меня, человека, прослужившего в календарном исчислении 31 год, а с льготами еще больше, это не просто название спортивного общества. Это в целом очень большой и ответственный этап моей жизни. Продолжать и приумножать спортивные традиции – задача современных динамовцев. Учеба и постоянное занятие спортом – основные принципы института. В перспективе достижений станет больше. Руководство института планирует провести серьезную реконструкцию спортивной базы. И пока спортивной, физической и боевой подготовке уделяется такое внимание, страна может спать спокойно. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа регион.